приветище, это привет, сосед 2 демо. Заметь, пожалуйста, не альфа, не бета, а именно демо. А это говорит о чем? А это говорит о том, что игрушечка скоро уже выйдет в релиз. Нужно лишь чуть-чуть еще подождать. Но пока мы можем насладиться демкой. Чем, собственно, и займемся. Оу. Оу, где это я? Даже мультика нет. Слушай, в альфе и в бетке были мультики всякие перед началом, а тут сразу тебе хлыбыч в сарайчик закидывают, типа, и все. Разбирайся как хочешь, без всяких предысторий. Я, в общем, въехал этот сарай, амбар, я не знаю, кому как угодно. Тут можно пролезть, если бы у меня был лом. Тут есть у нас рычажок. Давай нажмем. А, да, мы сбегаем. Но тут тоже закрыто, хотя здесь даже замков никаких нет. Просто возьми, дверь открой. Но нифига. Потому что нужно... А, шестеренки найти. Шестеренок нет, поэтому обосрись, как говорится. Давай ищи шестеренки, или ты отсюда никогда не выберешься. Окей. О, в тачку можно зайти? Можно. И тут, кстати, ничего нету. Какой же из меня сыщик? Какой же из меня этот, пресса? Вон, написано же, РСП. Пресса. Какая же из меня пресса респектовая, если у меня... Ой-ё. Какой шумный. Если у меня нет даже камеры. Ладно, я вижу первую шестеренку. Мне нужно что-то, чтобы ее разбить, чтобы достать. Тут же стекло, да, просто так не достать. Можно гнома взять. Я хотел давно гномом кинуть во что-нибудь. А чё, где? Горшок вот возьми, чё-нибудь возьми, чё тут... А, о, лом есть. Круто. Так, ну-ка назад, подожди-ка. А мусор можно взять? И мусор не берется. Зачем ты выкинул, дуралей? Возьми. Вот это давай сейчас отдерем. Присядем. Похоже на амбар, если честно. Тут сено есть. А коров нету случайно? Епи. Так, можно наверх подняться. Полезли, чё? Посмотрим, чё. Темно-то как, я просто... Вот, смотри, сколько вас тут, горшков всяких, люстры, возьми люстру, кинь. А подожди, вот тут, вот, вот. Шестеренка, ага, отлично. На тачку спрыгнуть, я же кость сломаю, ногу подверну, я же неженка, вы что? Может, книжки взять? Чё ты такой робкий какой-то стал? Журналист, почему ты не можешь... Что-нибудь взять. О, ключ, кстати. Почему ты не можешь что-нибудь взять? Например, вот эту вот поливайку, лейку возьми, докинь вон туда. Но нет, не хочет. А как мне открыть? Подожди, вас, вот. Мне нужна шестеренка. Возьми ее. Я уже забыл, что у меня этот суммарь такой вот четкий, модный, где я могу все выбирать. Берем ключик. Давай всунем сюда в замочек. Тут еще одна шестереночка. Красненькая. Мы ее сюда воткнем. Что это за детские игры, я не понял, где сосед? Какие-то шестеренки. О, кстати, а почему бы не кинуть мне... Во, ломом, действительно. Лом же нормальный такой, товарищ. Его подними, конечно, он понадобится нам. Лом нельзя бросать. Это я что достал? Какую шестеренку, желтую же, получается. На, и мне осталось последняя... А, все, это последняя есть. Я здесь точно все сделал? Да, господи, это стекло. Постоянно шумит под ногами. Интересно, как это связано с дверьми? Тут даже никаких... Ты посмотри. Етить колотить. А почему стекло левитирует? Почему тут все левитирует? Это может быть сон? Или тут НЛО где-то летает? Короче, я хотел сказать, что вот эти шестеренки, они ни проводом не подключены вообще никак. Как это фигня вообще? Ла-а-а. Что здесь за необъяснимые всякие штуки происходят? Что это за секретные материалы? Ладно, я в дом пошел, походу. Туманчик такой. Атмосферно, короче. Вообще атмосферно. И сыкотно. Тут сосед, что ли, живет? Я слышал, что... Медведь! Кролик! Ты посмотри, какой кролик. Это... Опс. Тихо, я здесь посижу. Нас не запалили. Так, я прям к соседу в дом выбежал, да? Это его сарай, получается. Понаблюдай-ка я за тобой. А что ты присел? Ты, кстати, видел, что у него на поясе разводной ключ висит? Его стырить, видимо, надо будет или что там? Приветики. Ты что такой грустный, печальный?
Отличный день. У тебя вон заяц здоровый есть. Кто тебе его подарил, интересно? О, черт. О, я, может быть, через задний дворик зайду? О. О, котик. Котик, привет. Кушать хочет котик. Мисочку теребонькает. Какой ты милашный. Он играет с бумажечкой. Можно тебя погладить? А может быть, он соседский, но типа я к нему сейчас подойду, он как сирену включит и все, и хана. Привет. Это что я сделал? Он мне пятюню дал, что ли? Подожди, убери этот. Лом убери. Как мне лом убрать? Давай выкинем. Иди сюда. Как-то странно, я его чешу. Приходится встать. Ну да, его покормить нужно. Когда я его чешу, я почему-то встаю. Почему я в приседе не могу это сделать? Давай я не буду садиться. Как-то странно. Ну, короче, я могу с кошаком теперь взаимодействовать. Раньше в Альфе я не мог это делать. Могу в дом зайти. Подожди, давай задний двор просто весь посмотрим. Может, тут это могилки какие-нибудь найду. Сосед же любит на заднем дворе закапывать детишек. Но вроде бы здесь ничего интересного нет. Лопата. Лопату. Вытащи лопату. Можно покопать ей что-нибудь? Подожди, вот тут вот. Тут такой грунт хороший. Тут можно что-нибудь выкопать. Но... кажется, ничего пока что. Ладно, сейчас я еще вот тут посмотрю, может, тут что? Не, нифига нету. Нифига. А зачем ему светильник, который светит в окно? Скажите на милость. Для чего это? Телек. Там телек есть, но он по нему ничего не показывает. Там белый шум. Зайдем, значит, сейчас в подвал. А, там закрыто все равно. Там, вон, смотри, замок. То есть, не зря... лопату достал. Мне показалось, что он идет. Потому что если бы я изнутри ломился, я бы точно не вылез. А теперь спокойно. Так. Что у нас здесь? Ключик вижу. Возможно. И лом вижу. Возможно, этот ключик у нас от вот этого замочка. Хотя нет, замок здесь красный. Он в виде сердечка. Он в виде сердечка. Это тебе что-нибудь говорит? Мне ни о чем пока не говорит. Намек на первую часть. Помнишь вот этих ребятишек? Мы за них играли. Угу. Это дети соседа. В прятки мы играли ими. Все, ладно, я пошел внутрь, я сейчас те жрачки попробую поискать. А вот это можно забрать? Рисуночек. Рисуночек, на нем сарай нарисован и дом соседа. Это карта? Кошак где-то карту урвал. Так, если сосед сейчас выбежит, я просто лопатой бомблю. Я просто лопатой его дубасю и все. Че я взял? Пряник? А, погоди, это же еда для кошака вроде. Какой прикольный рисунок. Сосед со своими детьми на крыше. Очень опасно. Очень. Очень опасно. Статуэтка соседа, смотри. Давай возьмем. Деревянная причем. Так, двери на всякий, пожалуйста, закрою. Кошак, у меня тут есть вроде бы как... вроде как твоя еда. Похоже на это, по крайней мере. Давайте сюда положу. На. Че, не хватит тебе? Вон, я же тебе положил. Походу, сюда надо больше корма притащить. Ясно. Может быть, три таких огромных пирожка. На самом деле, это сухой корм, но что он такой здоровый, я не знаю. Он размером... будильник. Он размером с кошака, этот сухой корм. Или размером с пирожок. Дом соседа. Зачем воспроизвел дом соседа? Ну, точнее, свой же дом. Странно. Там наверняка что-то внутри есть, хотя вот я через... щель заглядываю, там ничего нету. Окей. Здесь не открыть ничего. Уверен, что тут что-то еще есть важное. И... ладно, пойдем вот сюда. Подожди. Здесь комната соседа, он там ходит. Куда ты идешь? Он идет на свое креслице. Окей. Ну что ты, садись. Приятно тебе посидеть там, попердить в креслице. Это у нас душа. Вай-вай-вай-вай. Дверь закрой. Двери почему-то не закрылись, но... вроде меня пронесло. Или что произошло? Закрой дверь. Закрой дверь, говорю тебе. Не могу двери закрыть, прикинь. Я уж кнопку всю вжал. Почему дверь-то не закрывается? Блин, он там стоит. А я тут по курицам пищащим хожу. Очково. Что делать-то? Я туда как-то проползу, нет?
Очень опасное место. Это подстава прям конкретно. А это что, следы крови? А, стрёмно тут. Это умывалка, она стоит на потолке, а унитаз вообще на потолке. То есть умывалка на стенке, а унитаз на потолке. Чудное, странное место, что здесь происходит. Мне бы как-нибудь... Вон он стоит. Вон он стоит. Я не могу дотянуться. Черт. Он сюда не заходит почему-то. А что ты сюда не заходишь? Я тогда сейчас по-тихому... Ты меня видишь, да? Я по-тихому в шкаф твой спрячусь. Вот так вот. Я выкинул игрушку, вон она лежит снизу. Я надеюсь, что он сейчас уйдет. Но это не факт. Это не точно. Музыка сейчас успокоится, я вылезу. Ай, у меня даже с собой ничего нету, да? Да-да-да, печенье пожрать. Надо было кошачий корм не класть в тарелку, было бы что перекусить. Ладно, давай я попробую вылезти. Черт, он все равно на меня палит. У меня тут есть ты. Смотри. Смотри. А что ты такой серьезный-то? Да что ты? Можно я в тебя в что-нибудь кину? Может, лопата? Черт, я в него сейчас уже все выкинул. Поближе подойти? Хорошо. Лопата не выкидывается. Сосед, а что ты тут как охранник встал? Подожди, может лом? Может лом? Это как-то... Ты магнит? Или ты слишком жирный и липкий, что по тебе скатывается очень медленно? Лом. Что происходит, сосед? Расскажите мне, пожалуйста. А как мне пройти? Может, я просто присяду тут? Ну все, он меня поймал, короче. Какой-то глюк, я не знаю. Я все растерял, походу, да? И лом, и лопату. Нет, лом остался. Лом остался, статуэтку он свою забрал. Типа, нефиг нищеброду мои статуэтки таскать. О, листва. Можно прыгать мне. Из дерева. Хорошо. Пойду посмотрю, еда-то хоть у кошака осталась. Да, еда осталась, слава богу. Окей, попробуем еще раз зайти сюда. Статуэтку он поставил обратно. Я ее заберу. Мало ли, пригодится. Сюда срочно. Успел? Кажется, он закрыл дверь и ушел. Да. Окей. Я тоже закрою дверь на всякий. Чтоб он не думал, что тут кто-то шарится. Тут кто-то убил курицу. Как это вообще? Как это? Под ней ничего нету. Все. Хотя что-то было. Подожди, что-то было. Что-то было. Что-то взаимодействовать. Как воду можно было включить. Все, я прячусь сюда. Он идет? Нет? Я курицу в воду включил, чтобы она помылась. Здесь шкаф есть еще. Оп-па-па-па-па-па-па-па. Здесь никого не было. Это глюки, галлюцинации. Тебе показалось? Да, это тень была. Лазим. Кровь, кровь, смотри. Вроде бы кровь. Это же точно не компот. Поднем, поднимемся. А-а-а. Сюда нельзя, полицейская лента. А это карта, что ли? Это рисунок, который спер кошек. А-а-а, все, я понял. У кошака надо забрать и вот сюда повесить. Целую картину надо восстановить ее. Все, окей. Ладно, пойдем сюда сходим. Ух ты, как у него тут круто-то. Как у него круто, глобус. Шифр нужен какой-то, чтобы открыть сейф, и там, наверное, ключ. Возможно. Какой прикольный рисунок. А под ним у нас... Ага, меч, картонный меч. Я могу им драться или что? Нет. Ничего я не могу делать. Ну, ладно. Ой, кажется, кто-то идет. Медведь, привет, Мишечка. Какой у тебя тут механизм? Рубильник нужно сюда вставить, чтобы он дал мне... Это разводной ключ или что? Во рту какая-то фигня. Это ключ. Это просто ключ. Бежим. Дон. Вот сюда. И вот так вот. Кажется, он меня даже не заметил. Я очень быстрый. Я как флэш. Быстро промчался и все. Все? Все спокойно? Все, огонь? Давай, кружочек. Не-не-не-не-не-не-не-не. Дверь закрой. Он, кажется, не бежит за мной. Спокойно. Ну, а чтобы вот тут сбоку не убежал. Где ты? Покажись, вон он. Я тогда сюда.
Я сюда, я сюда, я сюда, я сюда. Тихонечко вот так. А, тут не подняться. Закроем дверь. Закрой дверь, говорю. Что-то какие-то сложности у меня с дверьми вообще прям. Так. Эту дверь я не открою, пока замок висит. Хотя он даже не... Он не всунут. Да, тут открыто все. По телеку ничего интересного. Время 1:00 ночи. 1:30 ночи. Хо-хо-хо, будильник могу завести, чтобы... Ай, ё-моё. Я дверь тебе закрыл. Ага, ага, ага. Бегаем по кругу. Он меня запалил. Надо было его бить картонным мечом, но что-то затупил. У меня, кстати, пальчик перебинтован. Угу. Вон он пришел. Окей. Надо, короче, дождаться все-таки, когда он зайдет в это помещение. Ну, то есть на кухню. Окей. Я забил. Вот, заводим будильник. Так. Все, он там сидит, я слышу. Он сейчас пойдет туда. Так. Здесь мы были. Здесь ничего интересного. Все, он пошел, да? Вот она статуэтка, вон сосед стоит. Вот этой статуэтки... А, кстати, рука. Он же у меня руку вытащил. Надо ее забрать. Надо ее забрать. Тут ничего не открывается. Что-то мне показалось, как будто я тут что-то здесь могу взять, но нет. Но нет. Будильник. Вот так вот. О, смотри, 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 смотри. Что я... На что я обратил внимание, что я нашел? Вот для чего гаечный ключ-то нужен, чтобы вот эту штучку скрутить и по вентиляции шастать. А там еще статуэтка как соседа была, кажется. Он пошел в спальню, отлично. Так, что мы тут имеем? Давай-ка я вот это вот сделаю сейчас. Как ты здесь оказался-то? Тебя же не было только что тут. Или я прошляпал боковым зрением его? На. Соседские проволочки. Черт. Почему, когда я хочу войти в главную дверь, он всегда там сидит? Сидит и ждет, когда же я попадусь в его лапки. Жирненькие лапки. О, лопата, кстати, да-да-да, я про нее забыл. Надо ее убрать отсюда. И, возможно, кинуть ее здесь. Вот. Чтобы он меня не вытряхивал и лопату обратно не возвращал. А то... Давай сделаем. Все по-новому. Придется сейчас идти за картонной рукой. Дверь закрыть. Дверь закрыть. Будильник, там у тебя будильник. Ты слышал будильник? Он там? Нет, он не на кухне. А куда ты делся? Ладно. Снова в спальню. Вот этот берем. Он когда-то идет. Он где-то идет. Но я не понимаю, где. Еще разок давай сделаем. Вот так вот. Давай, дуй туда. Дуй туда, дуй туда. Он пошел, отлично. Сейчас он туда сходит, а я быстренько... Хоп, вот так вот. Это нам что-то дало? Я не знаю, что это нам это дало, но... Что-то дало. Так. Чё мне это дало? А, вот! Я повернул, и что-то возможно. А, тут комбинация какая-то должна быть. Так. Сейчас я зайду вот сюда. Закрой двери! Не получилось двери закрыть. Статуэтки здесь играют важную какую-то роль. Но я пока не понял, какую. Сосед, кажется, сел. Оп-оп-оп-оп-оп. Нет, не сел. Я ж думал, ты там отдыхаешь. Как ты тут оказался-то? Тебя за мной не было. Читер. По-другому не скажешь. Робота. Сейчас я проверю. Роботу он руку убрал. Нет, у робота рука осталась. Лопата. Сейчас лопату проверим. Привет. Я через твой дом пробегу, ага. Угу. Ты не переживай. Вот так. Мне просто лопату надо проверить. Лопата, лопата. Да, лопата, вот она. Все отлично. Все хорошо.
Так, нужно какую-то комбинацию робота подобрать, чтобы он щит и меч держал как-то в определенном положении или что, я не понимаю. Так что, подожди, а вот это сено или это можно покопать здесь? Вот эти кусманы земли. Блин, почему тут все левитирует? Давай вокруг обойдем, может тут тоже есть какие-то интересные места. Вот, лопата нужна где. Все понятно. Все понятно. Сейчас я за лопату схожу, посмотрим, что мы там откопаем. А, вон тот домик, интересно, туда можно пролезть? Там вот что-то, мебель какая-то стоит, свет горит. Давай, перелази. Сюда можешь? Не, стенка невидимая. Туда никак. Лопатка, лопаточка, лопатулечка. Я нашел то, что тебе можно покопать. Пошли. Сейчас узнаем, что же за сараем у соседа. Но я не думаю, что там кости или мы человеческий какой-нибудь трупак откопаем. Скорее всего, там какой-нибудь огнетушитель или что-нибудь типа того. Приспособление, которое нам поможет. Так, а подожди, я всегда хотел посмотреть номер какой-нибудь. 6780ERT. ERI. ERI. Копай. Что это? Кукла. Кукла, офигеть. Я почти был прав, что тут закопан что-то человеческое, подобие человеческого. И это кукла. Ладно, есть кукла. Значит, там в вентшахте, скорее всего, кукла сына соседа. Если тут у нас дочка. Лопата еще, я могу с ней взаимодействовать? Давай ее возьмем. Вот эти кучки можно? Нет, эти кучки не копаются. Так, чтобы добраться туда... Короче, три статуэтки. Сосед, пацан и девчонка. И их надо будет куда-то поставить. И нужно как-то у соседа отобрать ключ. Но как это сделать? Как это сделать? Значит, тайное место вот тут вот. Скидываем девчулю. Она пускай тут у нас тусит. Лопату тоже здесь скидываем. Вот. Надеюсь, что сосед не запалит. Сосед. Вон он, сосед. Он присел на стульчик. Я сейчас подкрадусь к нему. Где у тебя ключ? Ключ. Черт, я не могу его взять. Вот он, ключ висит. Зараза. Не получилось. Так, он сел, нет? Сядь. Если сейчас... Успел же? Успел, кажется. Блин, он тут сел. Эх. Ладно, сидим, ждем. О, это, походу, надолго. А, нет. Довольно быстренько. Двери открылись. Выходим. Статуэтку соседа я тоже сейчас тут скину. Вот так вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты присел, нет? Его вообще нет на месте, видимо. Черт, 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 черт. Есть. Бежим! Бежим, 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 фух. Фух. Фух, фух. Это было резко и дерзко. Ну что ты, соседушка? Пойдем отрубим. Кому чего отрубим? Пойдем открутим болтик. Держи. Я слышу, что сосед куда-то идет. А, так вот, отлично, откручиваем. Еще. Беззвучный болтик. Да, это пацан стоит. Это пацан. За соседа могу сверху слить. Опа. Сейчас я его тоже скину. Сейчас я его тоже скину. Получается, у меня все три фигурки есть, но для чего они, пока что непонятно. Гаечный ключ тоже сюда скину. Лом? Да, у меня только лом остался. А, блин, и здесь тоже кровище. Жутковато, я тебе хочу сказать. Так, я, кажется, убежал. Я успел, я успел, я успел. Я успел, я успел. Тут не видно ни черта. Я хочу все к кролику подойти. Все, к кролику подойти. Есть что в нем? Не, он просто здоровый и все. Так, раз, два, три, четыре. Четыре ключа, окей. Валим.
Где-то на картинах, может быть, есть комбинация... Ой, он прям на меня смотрит. Комбинация того, как должен выглядеть робот, я думаю. Но там пока вроде ничего интересного на этих картинках. Хм. Комбинация робота какова? Какая же она? Музыка, не пугай меня так. За мной никто не гонится вроде. Дерзкая музяка. Еда, 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 еда. Так, подожди. А, на домик поставить фигурки надо. Все, понял. Вот же тебе холодильник. На холодильнике все было. Подошел такой к холодильнику, думаю, дай-ка загляну, может там еда появилась для кота. Но нет. Значит, сосед вот тут вот стоит. Все ясно. Тихо. Сосед здесь? Вроде здесь, да? Да. Сосед там. Девчонка в конце, пацан посередине. Я разгадал загадку. Пацан, девчонка. Пойдемте со мной. Я не знаю, где тебе еще еды достать. Он шипит. Понял? Он шипит. Ого, я забрал у него картинку. Здорово. Он теперь играется с кормом. Или это плюшевая, может быть, рыбка, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сосед пришел. Возьму-ка я пока девчонку. Соседушка, а ты ушел? Да, он ушел, он отдыхает. Значит, девчонка у нас в конце. Пацан. Я смылся, я очень быстро смылся. Как пылесос. Сосался и высосался из дома. Ушел? Ага. Так, девчуля. Ой, пацаненок. Пацаненок, пацаненок, пацаненок. Мне показалось, что он идет сюда. Ключ. Ключ-лопата. Хорошо, ключ-лопата есть у нас. Дальше, картинка. Нужно картинку собрать. Что-то с роботом еще нужно придумать. Не понимаю пока что. Что? Где-то есть подсказка, она по-любому на видном месте, но я не вижу ее. Вот тут вот может... Черт. Черт, я убежал, все. Слушай, а вот этот, кладовка, как туда попасть? Кладовка, как у тебя залезть? Как попасть? Где двери-то? Странно, двери нету. Может тут как-то выломать, через это окно залезть? Либо там тайная дверь есть? Вот это вот, походу, дверь, вот это вот. Там видишь, плинтус он какой-то другой. Там тайная дверь, понятно. Ладненько. Пойдем попробую вставить кусочек карты. Оп. Как-то странно все. Прям перед его глазами. И он ничего не сделал. Угу. Тихонечко. Вот она, это место. Вот, смотри. Вот она, эта дверь. Черт подери. Сосед, ты ушел? Нет, он еще стоит. Хорошо, что когда он кряхтит, дышит. Слышно. Давай, иду отсюда. Ну, свали уже. Так. Все, он ушел. Отлично. Картиночку, значит, сюда. Опа. Странная какая-то картиночка. Может, вот сюда? Во, да, вот сюда она. Посередине смотри. А, ну так... Там, короче, крестик указан, что за сараем надо было лопатой покопать. И там девочка. Но это мы уже и так знаем. Мы там все уже прошарили. Так, значит, вот эту дверь надо как-то открыть. Как нам ее открыть? Картину повернуть. Все понятно. Она открылась, нет? Она не открылась. Возможно, что-то где-то еще повернуть надо. Или может быть... Странно. Как же тебе открыть-то? Черт. Сосед, ты что тут намудрил? Может тут? Да нет, тут тоже ничего нет. Ну, ой-ой-ой, он сюда идет, кажется. Давай вот сюда наверх. Наверх залезу. Посмотрю. Ты тут?
Нету, тут нету. Вон, снизу. Ха-ха-ха. Ты меня не видишь, а я тебя вижу. Я слежу за тобой. Смотри, нитки какие-то. Я только сейчас обратил внимание на веревки. Веревки какие-то куда-то идут. Так, картину обратно повернул. Что происходит? Пойдем на улицу. На улицу, на улицу, на улицу. Посмотрим, что там происходит, когда мы поворачиваем картину. Что-то же должно происходить. Или там ничего не происходит? Да ничего тут не происходит. Ха. Странно. А как же открыть эту дверь? Подскажите, расскажите, как открыть нам дверь тайную. Светильник, на что ты нам показываешь? Непонятно. Рубильник еще где-то надо достать. А где мы можем достать рубильник? Кто ж его знает? Сосед, тебя здесь нет? Ага, он там. Он там, он бежит за нами. Окейшки. Здесь у меня... Ключик давай здесь оставим. Ключик здесь оставим. Че я еще могу разводным ключом открутить, как ты думаешь? Че я могу еще разводным ключом открутить? Тут у нас вроде бы все, тут ничего не открыть. Хм. Тут у нас тоже ничего нету. Еще вон картина висит. О-о-о-о-о. Подожди-ка. Подожди-ка. Все картины такие надо, короче, перекрутить. Видим. Ой, пока. До свидос. Здесь картинами нельзя взаимодействовать. Он здесь? Он там? Он где? Будильничек сейчас заведем. Сейчас заведем будильничек. А, блин, как я обосрался. Это японский городовой. Ну что ты? Так, инфаркт схватить можно. Да что ты так делаешь? Слава богу, что я все выкинул. У меня с собой ничего не было. Это хорошо. Да, все тут. Отлично. Отлично. Значит, нужно найти еще картины. Вот картина. Ладно. Присяду. Где еще картинка у нас? Наверху? Серьезно? А как тут добраться-то? Я тут могу залезть? Да, могу залезть. Да, я могу с ней взаимодействовать. Так. Это было громко. Давай сюда, быстрее, 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 быстрее. Нет, еще? Еще где-то картина. Блинский. Где еще картина? Ой-ой-ой-ой-ой. Сосед, расскажи, где у тебя картины висят? Не все увидел картины. Давай вот сюда, вот сюда, вот сюда. Здесь нет картины такой. Кажется, нету. Кажется, не было там такой картины. Но я могу ошибаться. Так. Так, так, так. Спрячьте в дом, пожалуйста. Не мешай моему расследованию. Все, он ушел, отлично. Сколько их в доме таких картин-то? Капец. Три картины нашел. Возможно, четыре. Возможно, четыре. А где может быть четвертая картина? М? Я бежал, так бежал, что упустил что-то. Ты сюда идешь? Да, он сюда идет. Открыл дверь. Значит, здесь картина. Там картина не может быть. Но она только в спальне, по-любому. О, классики. На потолке. 1, 2, 3, 5, 7. Это код. Подожди, это код. 9, 7, 5, 3. Ё-моё. Так, мы нашли код, отлично. Это очень здорово. Надо будет его сейчас использовать. Куда ты свалил? Так. 9, 7, 5, 3. Или 3. Давай, вначале 3. 3, 5, 7. 5, 7. 9. Черт, он не дал последнюю цифру ввести. Эх, ладно. Все, сейчас. Сейчас все будет. Надо будильник завести на кухне, чтобы он туда свалил нафиг. Чайку попил. А мы там спокойненько введем код. 3579. 3579, чтобы туда вбежать и быстренько все это ввести. 3579. 3579. Он в спальне, он в спальне. Кажется, в спальне. Ему насрать было на будильник, слушай.
Он вышел. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7. Нет, это не то. Значит, 9, 7, 5, 3. 9, 7, 5, 3. Нет. А, вот, вот, красный, синий, зеленый, желтый. Красный, тройка. Тройка, синий. 3, 7. 7, зеленый. 9. 9 и 5. Да! Ножницы. А для чего нам ножницы? Зачем нам ножницы? Блин, тут пока что все очень просто, все логично, прям капец как. Все на виду. Ножницы, зачем ножницы? Для чего ножницы? Скажите мне. Что обрезать нужно? Светильнику. Пойдем, который на улице светильник, может тому там что-то обрезать, чтобы он не светил? Ножницы. Для чего? Что вырезать ножницами нужно? Я сейчас, конечно, попробую, тут есть проводки, но нет, это не то. Ножницы. Вырезать откуда кусок картины? Вот картина-то, кстати. Давай, заходи туда. Кстати, да. Вот так вот. Тут ничего. Опа. Здесь. Я не успеваю, кажется. Черт, какой шумный. Ну все. Нет, не все. Прикинь, их больше. А где еще картина-то? Ёкаламне. Непростота. Так. Вот она, картина. Все, дверь открылась. Я услышал. Дверь открылась. Ключ. Ништяк. Сейчас тут потусю немножечко, чтоб меня сосед не впалил. У нас есть два ключа. Ой, он здесь. Чуть в него не влетел. Так, у нас есть еще один ключ. Я надеюсь, что он там не увидел мои разбросанные вещи. А то он может их подобрать же. Че? Да, у меня тут все нормально, все. Ой-ой-ой, слопатались. Значит, выкидываем, че? Черт, какой громкий. Он ушел? Открыл дверь и ушел. Ладно. Два ключа, отлично. А, лом на всякий случай здесь тоже оставлю. Два лома, это зачем мне? А, кстати, как насчет окно разбить? Нет, не здесь. Например. А, я здесь не могу кидать же. А, нет, могу. Разбил окно, случайно. Где он открыл дверь? Он куда-нибудь побежал? Он на кухню пробежал просто и посмотрел, типа, что случилось, и обратно пошел. Так. Значит, у меня вопрос с роботами, с картинкой. С картинкой как... А где же еще карта-то? Пойду в сарай схожу, может там какие-нибудь разгадки есть еще? А? Как думаешь? В сарае... Я бы здесь, в сарае, на самом деле рубильник бы дернул. Ха. Но ничего не произошло. Давай обратно здесь. А здесь нельзя дернуть. Странно как-то. Хм. Как интересно. Не, мне кажется, тут больше ничего нельзя сделать-то в сарае. Все действия должны проходить у соседа. Правильно? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, тут точно ничего нету. Так, значит, робот. Где найти подсказку с роботом? Что с ним нужно сделать? На чердаке? На чердак нельзя взобраться. Хотя, если сильно постараться... Сильно постараться... На крышу-то можно, по-моему, залезть как-то. Хотя там все, видишь, забито досками. Типа на второй этаж точно доступа нет. Mm-hmm. Ладненько. Можно пока потихонечку ключи вставлять, но... Ну, как бы... Все равно я не весь комплект собрал еще. Так. Где-то должна быть подсказка с роботом. Он здесь? Нет, его здесь нету. Подсказка с роботом. Где-то же она на видном месте, прям вот капец. Сосед идет? Да, вон он. Присел на стульчик. Солнце. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Видел, там что-то открылось у него. Просто нужно было крутить, и сама комбинация бы сработала. Так. Он сюда идет? Не-не-не-не-не-не-не. А что же там? Что же у робота?
внутри. Рубильник. Вон оно что. Окей. Вставляем его сюда. Activation. Еще ключик. А зачем? Для чего вот этот замок? Не могу понять. Нафига он тут? Значит, у меня уже есть три ключа и... Три ключа. А, так вот она же комбинация. Че я тупил-то? Вот же нарисовано все на рисунке. Капец. Я же говорил, все на видном месте. Почему я сразу не сообразил? Так, три ключа. Осталось картинку найти. Картинку. А где картинка может быть? Вот для этого ножницы нужны были. А где ножницы использовать? Без понятия. Так, три ключа, правильно? Раз, два, три. Ножницы, давай-ка я вас возьму. А, подожди! Подожди, ножницы он забрал у меня. Черт, придется обратно их доставать, да? Придется обратно их доставать. Так. Ладненько. Место должно быть открыто. Оно открыто. Так, а где я ножницы-то нашел? Опс. Они в сейфе лежали, ножницы. Зачем ты туда-то в тайник полез? Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Тут нет ножниц. А куда ножницы делись? Сосед, куда ножницы дел? У меня тут точно... А, вот они. Ха, они все время со мной были. Чё почикать можно? Чё почикать? Я могу. Медведь. Да? Точнее, заяц. Нет, он не чикается. Я почему-то был уверен, что это он. Что его нужен был. Может, сидуху? Нет. Что, подушку? Бежим. Черт подери, где еще могут быть ткани или что? Может, соседа порезать ножницами? Сосед, что порезать надо? А? Ты что такой расстроенный? Тихо. Я дверь тебе даже закрою. Давай посидим вот тут посмотрим. Ну, на кухне точно все. Прям вот финиш. Что-то еще чуть-чуть вот осталось. Еще чуть-чуть осталось. Может быть, плюшевую вот эту вот игрушку у тебя? Нет. Здесь ничего. В спальне, может, глобус, слушай. Или курицу. Как думаешь, курицу можно порезать? Нет, опять включу. Бежим, скорей. Опа. Оп. Фух. Я боялся больше всего ножницы бросать. Глобус. Мне кажется, глобусу. Может, в нем что-то? Идем в спальню соседа. Спальня соседа. Или медведь. Может, медведь? Нет, ну в медведе прям уже ничего. Здесь что-нибудь порезать. Во! Вот ключ. Так, все, у нас получается все ключи. Отлично. А карту тогда как собрать-то? Так, спокойненько. Спокойненько идем сюда. Втыкаем ключ. Сюда нет, не подходит. Сюда подходит. Ага. За замками. За ключами. Это берем. Пока он там отвлекся. Он что, уже здесь? Он уже туда ушел. Так, замок. Дверь закрыть. Мы в подвале. Че? В смысле? А че меня выкинуло? Как так? Ну как так? Типа ты в подвал зашел и все, тебе, давай до свидос. И там еще что-то было написано. Типа все вот так вот. Да, уж. Я думал, будет намного круче. Ты что-нибудь там увидел, успел разглядеть в подвале? Я только увидел, что там что-то было накрыто, вроде как простыней. И подвал обычный. Но я даже все части картинки не собрал, не успел. Ну ладно. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забудь поставить лайк под видео, подписаться, если ты еще не подписан. И увидимся в новом ролике. Так что до встречи.